Бабуля, у тебя вышло обновление? Да, Влячок, вышло обновление. Что? Друзья, прямо сейчас? Что нужно сделать, бабуля? Нужно поставить лайк, или я вас бананчиком ударю по башке. Не-не, не надо! Мы все поставим лайк! Друзья, вы же поставите лайк! Давайте прямо сейчас поставьте лайк, потому что тут вышло обновление и добавили новую локацию. Мы находимся в доме бабули, и интересно, где они? Девчуля, где бабушка, ты не знаешь? А, нет, я ее где-то видела, но уже она исчезла. Надо быть осторожным, давай валим отсюда. Да, точно, бабуля, то она очень злая. Посмотрите, тут проход, сюда нужен Мишка. Мишку найдем, девчуля? Конечно, найдем, идем за мной. Девчуля, подожди, ты чего? Тут опасно находиться. Девчуля, она взяла... Получается... А ну давай, подожги, это спички. А, будь осторожен. Эти злые монстры, они тут. Они просто прячутся. Сейчас, когда много детишек зайдут, они начнут охоту. Эй, у меня лом, подожди, сваливаем отсюда. Подождите, ребята, вы чего? Погнали, я покажу, как выглядит Слендерина. Слендерина, надо увидеть ее. Давай посмотрим, может быть, в обновление что-то добавили. Да, может, Слендерина изменилась, погнали за мной. Как сложно бегать. Вау, слушайте, Слендерина офигенная. До сих пор ее не изменили, но она классно выглядит. Супер. Мне тоже нравится. Поцелую ее на прощадок, а то, блин, что-то жалко. Так, ключ заберу. Пошли за мной делать концовку. Давай, будем делать концовку сейчас. Эй, ты что тут делаешь? Ты увидел бабушку? А, да, она где-то снизу вроде бы. Будь осторожен. Эй, да, пошли с нами. Тогда давай посмотрим, что там снизу. Скорее всего, бабуля охраняет этот поезд, чтобы мы не свалили. Ой, бабуля, ты где? А, она где-то тут была. Давайте уедем отсюда. Давайте уедем, я только за. Только сюда нужен рубильник или руль. Чуть не пойму. Ай, блин, как страшно. Но ничего, мы прорвемся. Конечно, прорвемся. Не бойтесь, ребята, мы сбежим. Бабуля нас не тронет. Хоть даже тут и вышло обновление, но пока я еще не заметил ничего нового. Скорее всего, тут новая карта. Мне подписчик написал, что вышла карта школа. Какая-то новая, обновленная. О, ну что? А, нет! Мы уехали! А, подождите меня! Yes! Я тоже сделал концовку? Да! Оу, круто! Давайте посмотрим! Новая школа! Вот она, карта! Вау! Круто! Давайте выберем школу! Пожалуйста, школу! Вот мне интересно, как она выглядит! Нет! Ну школу, блин! О, внучата, иди-то сюда. Ой, рычки-пердочки. Ой, всех поймаю сейчас и накостыляю. Опа, девчонка. Ой, хорошо. Отлично, капканчик поставила. Бабуля, что с тобой? Ничего, капканчик ставлю, не обращай внимания. Бабуля, подожди, ты хочешь всех поймать? Давай ты пощадишь этих внучков, а? Не, мне это не надо. Я всех поймаю, а то, видишь, ко мне зашли, блин, домой. Сдурели совсем. Бабуля, подожди, все хорошо. Все будет нормально. О, что это? Что это летает? Не понял. Подожди, вы это видели? Не знаю, лично я это видел. Какой-то баг происходит или что? Какой-то внучок тут. А? Что? Невидимое? Что это? Летало! Бабуля, что это было? Подожди, бабуля, я хочу новую карту, секунду. Да! О, блин, только что же была новая карта. School, school, please, school! Да, отлично! Новая карта, school. Посмотрите, что тут добавили. И ведь что тут происходит? Это новая карта? Что это? Какие-то новые персонажи. Скорее всего, это какие-то... очень знаменитые люди прошлого, да? Но я предлагаю посмотреть, что тут добавили. Посмотрите, какая карта, она переделанная. Эту карту мы еще никогда не видели. Ну, в общем-то, обновление вышло 18 числа.
Вау, что? Круто! Вот это мне нравится! Смотри-ка! Нам нужно потушить тут костерчик. Точнее, быть камин. Наверх поднимаемся. Автобус! Вау, на автобусе можем сваливать! Ну это же не круто ли, друзья? Тут есть секретный проход. Давайте заберемся быстренько и пройдем через него. Он ведет сюда какие-то койки. Тут, смотрите, выпен кей. Давайте заберем и попробуем открыть оружку против бабули. Вот только не могу понять, а где сама бабка? Так. I need safe key. Хорошо. Я уже второй раз не вижу бабулю. Вот не знаю, где она. Так, эта девчуля спит. Ну, хорошо, отлично. Что, что у нас есть рогатка? Это вообще круто. Теперь, в принципе, мы можем спокойно рассекать по этой школе. Чувак, нормально все? Эй, нормально. Пошли за мной. Будем делать концовку со смы инопланетянской тарелки сверху. Что? Что с твоей головой? Я не знаю. Меня хотят закатить НЛО. Ладно, чувак. Слушай, подожди. Ты бабулю видел? Нет, не видел. Ну, будь осторожным. Она может где-то вообще быть рядом. Что ты тут сделал? Ты где-то ключ добыл отсюда? Да, секретный ключ. Ладно, пошли за мной сюда. Ладно. Вот это фантастика. Переходим. Так, что ты тут сделал? Этот переход новый. Я этого не помню лично. А вы, друзья, помните вообще? Я, честно сказать, нет. А, ну что, давай, погнали. Будем делать концовку. Ладно, ребята, вы только придержите коней. Надо найти бабулю. Что-то она где-то странная вообще. А, привет. Я лысая башка для пирожка. Ладно, привет, окей. Опа! Это что за дверь такая? Кажется, друзьяшки, мы сейчас сможем... Да! Они открыли секретную дверь! Посмотрим, что у нас тут. Очуметь! Пэдлокей, ребята, забирай пэдлокей! Чувак, я тебе дарю его! Ну, заберешь ты пэдлокей. Он не хочет его забирать. Ладно, давайте мы рискнем, заберем пэдлокей вместе с тобой и пойдем вниз сюда. Интересно, от чего он? Сейчас проверим. Пэдлок на самом деле это снизу где-то, да? Тут что-то нужно открыть. А ну-ка. О, он добыл руль тот. Замечательно. Йоу, чувак, что? Мы уезжаем на автобусе? Да ладно, баскей нужен. Окей. Тут сторож какой-то, security room. Окей. Давайте попробуем открыть это. Да. Теперь нужен красный ключ. И, кстати, мы можем через дверь убежать. Но я предлагаю убежать через автобус. Смотрите, там есть выход. Кто-то его открыл. Наконец-таки мы посмотрим сейчас концовку с автобусом. Главное нам найти туда проход. Бабули пока нет. И дедули тоже, и слендерины тоже. Это замечательно. Но для начала мы пройдем сюда. Нет! Блин, не успел я! Да ё-моё! Ну капец! Но зато мы узнали, что вышло обновление крупное. И добавили новую школу. Точнее быть, новые локации, новые прикольные нишечки. Это получается автобус. Я был в шоке, когда я узнал и увидел его. Мне подписчик написал в комментарии. Точнее быть, ВКонтакте. Поэтому пишите мне в комменты, ВКонтакте, везде, когда будет выходить обновление. Крутые обновления на крутых играх. Пишите прямо сейчас или когда будет выходить. Все, на этом все. С вами был я, Игорь. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи. Всем спасибо. Всем хорошо. Делайте добро. Не дизлайк, будьте на пассе. Всем!